Здравствуйте. Сегодня немножко не в традиционной обстановке для нас. Мы снимаем ролик вот про такой вот, скажем, немаленький каминный экран. Высота его где-то метр, выполнен он из металла. Задняя стенка его покрыта вот такой вот мелкой сеткой. Для чего вообще нужен камин и экран к нему? Камин для того, чтобы обогревать помещение. Соответственно, преподает какой-то там уют. А экран нужен для того, чтобы угли из этого камина не выскакивали на ковер или там паркет и не прожигали его. Вот этот вот экран, я уверен, защищает достаточно надежно ваше ковровое покрытие или паркет. Сделан он из металла, в такой вот, скажем, дворцовой, немного даже пристаренной манере. Металл покрыт патированием, такой под старую бронзу что-то. В общем, вот таким вот образом он раскладывается. Наверное, в длину порядка где-то 1,80 м, в ширину вернее, а в высоту где-то 1,05 м, 1,10 м. То есть охват его, даже если камин у вас дома, как у Бэтмена, в любом случае отлично он защитит. То есть свои функции этот экран выполняет отлично. Ну, а декоративные, скажем, его свойства налицо, не могут оставить никого равнодушным. Если у вас интерьер, скажем, не в техно, а в таком вот классическом стиле, то вот этот вот экран отлично к нему подойдет. У нас есть несколько вариантов еще экранов для каминов, поэтому вы заходите в наш магазин, всегда для себя что-то интересное подберете. Спасибо.